Несмотря на то, что эта суббота стала самой холодной за весь июль и погода была по-настоящему сентябрьской, настроение молодоженов ничуть не испортилось. Впервые на главной площади Рязани сразу 18 пар провели одновременную церемонию бракосочетания и сказали громкое «да» своей счастливой семейной жизни. Некоторые потенциальные даже ответили. Прошу вас ответить, невесты! Ну что ж, ваше взаимное согласие дает мне право считать 8 июля 2017 года ваш брак зарегистрированным. Объявляю вас мужем и женой! Среди молодоженов в этот день и известный рязанский спортсмен Алексей Шаев. Мы очень счастливы, несмотря на погоду. Наоборот, дождь – это предвестник как бы счастливой семейной жизни. И праздник еще, день Петра и Февронии. Соответственно, всем счастья, любви и всех благ. Мне кажется, вообще сегодня жара. Самые крепкие пары города тоже отметили. 11 рязанских семей получили медаль. Все они прожили вместе более 25 лет и стали настоящим примером любви и верности. Среди них даже семьи, которые вместе 50 и даже 65 лет. Супруги Губич – ветераны Великой Отечественной войны. Они более чем достойно прошли все испытания, выпавшие на их долю и долю нашей страны. Жена всегда умела терпеть. Умел прощать и правильно направлять все мысли нашей семьи. А что, в свою очередь, должен делать муж? Любить жену свою, беречь ее. Это как за основа домашнего очага. Любовь, помощь друг другу. Иногда нужно уступить, иногда нужно помолчать. И все будет хорошо. Церемония бракосочетания завершилась свадебным балом. А свадебные фотоальбомы молодоженов пополнились фото с главой региона и его супругой. Чтобы семья оставалась семьей, чтобы у семьи были дети, чтобы семья была любящей друг друга. И чтобы люди старались сохранить это вот, ну, как бы это ни звучало, там банально, но ячейку общества. Потому что нет семьи, нет демографии, нет людей, нет никого, нет ничего, и у страны не будет будущего однозначно.